10 марта в Калачинске прошла генеральная репетиция реконструкции боя, состоявшегося в марте 1943 года близ деревни Погребки. В нем участвовала 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада, сформированная из жителей Омской области. Тогда воины-сибиряки продемонстрировали мужество, стойкость и героизм. Стремительным наступлением наши бойцы нанесли большой урон противнику, освободили город Севск. Этот подвиг и лег в основу сюжета реконструкции. Самое главное – это память. Пока жива память, живы те люди, которые погибли, защищая Отечество. Это важно для всех поколений. Поэтому вот подобная реконструкция, тем более 80 лет со дня создания лыжной стрелковой отдельной бригады, которая здесь в Калачинске формировалась, из 3000 осталось живых 670. Реконструкция боя станет частью большой патриотической акции «Лыжный пробег марш-бросок», которая посвящена 80-й годовщине формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Торжественная церемония старта пробега состоится уже завтра в Парке Победы. С 2019 года в Омске началась проводиться акция «Лыжный пробег марш-бросок», посвященный отдельной 30-й лыжной стрелковой бригады. Суть в том, что мы не должны забывать наше поколение, которое в те годы тяжелые Великую Отечественную войну, они защищали нашу родину. Завершится пробег 18 марта в Калачинске, где и будет представлена реконструкция боя. По окончании сражения волонтерами будет развернута копия Знамени Победы, что и будет символизировать связь поколений и героизм нашего народа.